Меньше футуристических проектов, больше натуральных материалов. Это основные критерии, опираться на которые посоветовали сочинским коллегам московские специалисты. У Сочи есть свое лицо, исторически сформировавшийся образ. Его нельзя разрушать. Иные скажут, у нас есть свои специалисты, которые могут это сделать. Но мы должны учитывать, что в ландшафтной архитектуре есть еще, как и в других направлениях искусства, есть такое понятие, как кич. И вот этого кича мы не должны допустить. А поэтому и создается градостроительный совет. Поэтому высказывается мнение профессионалов, которым необходимо прислушиваться. В числе прочих, сегодня на обсуждение вынесли и проект планировки территории в границах улиц Тоннельная, Альпийская, Севастопольская. Его заказал потенциальный застройщик. Нам удалось, анализируя зоны ветхой застройки, определить потенциальные такие места для размещения детского сада, школы и места для строительства жилых домов под отселение жителей, потому что, конечно же, привыкшие жить в этом районе люди не захотят уезжать куда-то в другие места. Будет ли воплощен в жизнь этот проект, покажет время. В любом случае, российские архитекторы регулярно представляют лучшие свои работы на ежегодной конференции в Сочи. В этом году она состоялась уже в пятый раз. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.